Всем доброе утро. Я сегодня с вами решила пораньше выйти на связь. Прям с самого утра. Только проснулась и почистила зубы. Первым делом, что я делаю, это я выхожу выводить своих чебурашек пописать, потому что я пока чищу зубы, они меня уже с ног сбивают. Но одних пока не выпускаю. Раньше, конечно, свет выключу на крыльце. Раньше Мали, ну, Мали-то уже большая, я ее утром выпущу, она прогуляется и заходит. А сейчас-то с Томой все равно еще опасно. Вот куда они уже там убежали. Хотела сделать включение, все сейчас замерзло. В общем, какая у нас вчера была погода, это кошмар просто. Вы посмотрите, что делается. Юра уехал с утра на рыбалку рано утром, 4:30. Я так что-то как-то тоже вместе, ну, услышала, что он ушел. Собаки, как всегда, бегают. Проснулась, не спала, так долго крутилась, потом все равно рано встала. И что-то как-то я так вышла в дом и думаю, что-то настроение у меня сегодня поприбираться дома. Вот бегут кукушки. Я когда их вывожу, мы сначала идем туда, я вам говорила, там есть лесок. Но вот сейчас, ну, сейчас с утра, видите, еще все замерзло. Они бегут туда и там гуляют, пока я вот тут хожу. А потом мы с ними идем уже и тут около бани сходим, потом туда за дом уходим. Вот на чем я остановилась, что, ну, прибралась в шкафах, знаете, у Юры в шкафу, у себя в шкафу, потому что вот так вот копится там, достаешь туда-сюда, перекладываешь, и потом уже все. Я вчера что-то как-то так вот в одно, в другое, в третье, в ванне прибралась, с туалетом. Смотрю, уже времени и час дня. Потом пошла в цветочках опять, прибралась, покопалась, полила. Вчера все удобряла. Думаю, ну все, сейчас пойду в теплицу. Потом мамуля пришла, мы с ней чаю посидели, попили. 3 часам я уже, в общем, пошла в теплицу. Это я все до этого все так по дому чего-то делала, прибирала. И я захожу в теплицу, а уже как раз стало похолоднее, солнце ушло, и начался такой ветер. Просто теплица ходила ходуном. Но я, в общем, пополивала часть и решила, что я одна без Юр не буду ничего делать. Мне скучно уже как-то. И как-то так без солнца вообще. Ну, холод такой, ветер очень сильный. Я пошла домой и села за заказы. Все опять попереписывала, счета повыставляла. И Юра приехал. Все, мы покушали. Он еще такой, ты что в теплицу? Я говорю, да я не ходила. Он такой, что, говорит, без меня уже не можешь? Я говорю, уже не могу. Вот, и, в общем, вчера я, вечером только я пришла и опрыскала все. Опрыскала антистрессовым препаратом. Потом вечером уже где-то в 5 начался такой сильный дождь. Юра говорит, ну хорошо, все, снег сойдет. И действительно, сегодня уже вот показывала, смотрите, как-то сразу же видно, что так осели сугробы. И я вчера вот здесь, вот видите, пооткидывала уже снежок, чтобы примулки показались, потому что вот это вот самое первое место, где вот они показываются. И тут вот я что-то смотрю, что ли это тюльпан или что это уже проклевывается, я не знаю. Ну, в общем, здесь, где у меня есть возможность, я маленько так подкидывала, пока тоже выводила собак. А потом вечером такой ветер, это просто что-то с чем-то. Я вот, ну, на кухне стоишь и слышно, как теплица ходуном ходит, все воет. Ночью было все-таки -6, а в теплице было +6. Так что все, в принципе, хорошо. Ну все, нагулялись. Пойду завтракать, пить кофе, бутербродики, приведу себя в порядок и продолжим дальше. Нужно вот этих вот песень накормить всех, а потом уже себя. Они вот ждут, пока я им дам, да, покушать. Сначала их, потом себя. Муська уже сухарей вот покушала. Где ваши мисочки? Вот они. Давай вторую миску. Вот, ждут. Вот так. Да, конечно, это... Где твой, Майли, где твой корм? Ага, уже носом ведет. Это ихний, это кошкин. Все по красоте. Стоят мордочки, ждут. У меня мерный стаканчик. Сейчас перевели их на сухой корм, потому что они стали выделываться от натуралки. Вот так. Все. Это феньки. А это для фени.
Она еще спит. У нас старая старушка. Ну что, давай, попрыгушка. Кушай. А это давай бежи на свое место. Кушай. Ну вот. Теперь можно и мне позавтракать. Сварить себе кофеечку вкусного. Ну что же, вот теперь и у меня полноценное доброе утро. Потому что я пью кофе. И вам тоже желаю доброго утра. Кстати, кто меня спрашивал, Юля, расскажи, чем ты питаешься. Хочу сказать, что для меня завтрак – это самое главное. Так, кто-то вообще-то уже поел, всю порцию свою съел. И что мы тут еще выпрашиваем? Нас вообще-то смотрят, а ты себя так некрасиво ведешь. Все, давай, иди. Иди на место. Иди на место. Вот сейчас 7:30 утра, -5 на улице и 10 градусов уже в теплице. А это вот в старой теплице 1,7. Это вот дома. Переставила табло с окна, потому что сюда поставила бегоньки и фуксию. Говорю шепотом, потому что еще все спят. А еще сделала перестановку здесь в комнате. В общем, все-таки полностью освободила весь этот стеллаж, потому что сняла здесь все лампы и унесла их в теплицу. Вот оставила только верхний стеллаж с подсветкой. Здесь колеусы черенки и калибрахо черенкуется. А здесь этот стол уже большой собрала, убрала туда. Ну, потому что, в принципе, уже практически он мне тут и не нужен будет. Все уже теперь буду делать в теплице. Сюда переставила пеларгошки-бегошки, где местечко еще было свободное. В общем-то, как-то так. Так, ну что, -4 показывает на улице. Привела себя в порядок, чтобы вас не пугать своим утренним видом. Пойдем заглянем в теплицу. Как там дела? На градуснике? На градуснике что, 15 градусов в теплице? Ай, хорошо-то как. Все зелененько. Вчера я вечером пришла, все прям опрыскала максифолом. Динамиксом. В видео рассказала вам. Вот, так что все хорошо. Вот принесла первую партию ламп. Нужно будет повесить. Вот, ну что я хочу сказать, что сейчас, пока Юра просыпается, я уберу островки и подготовлю здесь все, и будем мы дальше заниматься перевалкой. Вот такие у меня сейчас на данный момент планы. Все-таки доделать начатое, потому что нужно формировать петунью. Еще хочу сказать, что я же ведь, вот она перед вами какая стоит, я ее еще ни разу не подкармливала. Единственное, что делала подкормку какую, это опрыскивание по листу плантофидом. Плантофол или плантофит, не помню точно, господи, в равной формуле 20-20-20. В общем, делала вот такое опрыскивание. Под корень ничем не подкармливала. И, конечно, я вижу, что такие растения-то, они как бы хиленькие. То есть, если бы я, например, их подкармливала, то они бы, наверное, были бы пожирнее. Но ничего страшного. Вот сейчас сделаю перевалку, они адаптируются, и затем пойду уже их кормить. Буду кормить, чтобы уже здесь наливались и были жирненькими. Жирненькими, плотненькими, вкусненькими, да, еще хочется добавить. Ну что ж, друзья, в общем, мы с Юрой за работу. Ну что, мы решили с Юрой немножко передохнуть, потому что опять не подрасчитали грунт. Вот осталось у нас вот тут и вот здесь. Занес он снова сюда в теплицу грунт, уже на солнышко поставили. Один пакет вывалили в ванну, чтобы он отошел. Ну, ладно, позанимаюсь дома еще работой. Так, в принципе, уже большинство уже перевалили. Щурица устала в теплице на солнышке. Опять вот открыла немножко форточку, потому что все-таки, чтобы воздух обновлялся. И попрохладнее, и нет такого застоя. То прям, когда вот форточка закрыта, аж дышать невозможно. Ну, что я хочу сказать по корневой системе. Ну, вот пикировала серию Изи, Оперу и Шоки начала пикировать.
реагировать. Конечно, у шоков корневая ого-го. Она и вообще не поддается. Я же как донца у стаканчика как бы сношу, ну, то есть травмирую корневую систему, и у шоков, а вот особенно у вейв вот Purple сейчас начала, Wave Purple начала делать, так там вообще оно даже уже настолько такой плотный ком, что он даже не сносится, этот донца. В общем-то, конечно, шоки, вейвы, они, ух, мощные тоже растения, так что... Да, что стоит отметить. Еще хочу вот сейчас с тайдальчиков, которые вот высаживала пораньше на черенкование, снять черенки. Опять они у меня вон на бросли торчат уже сколько череночков. Потому что посмотрела, у меня столько заказов по интернету на тайдалы, как-то вообще не думала. То есть у меня есть количество на мои здесь на вынос рассады, мне бы хватило. Но вчера вот я говорю, что вечером просидела, проштудировала все свои заказы. В общем, тайдальчиков нужно запасы пополнять. Так что, в общем, сейчас еще на партейку настригу. И что-нибудь еще, повторюсь, поделаю дома. Ну, что вы думаете? Я ведь так больше и не ушла в теплицу, потому что вот как занялась тут, так и все. Опять головы не поднимала. Что я проделала дома? Я почистила всех своих утят, которых я называю пока гадких, но вы посмотрите, они уже становятся красивыми. Они каждый день хорошеют на глазах. Я провела ревизию, то есть я все выставила по номерам, потому что до этого Юра выставлял, как, в общем, выставлял, а я сидела, пикировала. И все сейчас вот у меня пронумеровано, затем я по возможности все почистила, и вот завтра, наверное, я займусь уже формировкой, потому что где-то нужно постричь, где-то нужно уже прищипнуть, чтобы были кустики красивые. И вот у меня еще рядочек. Значит, все теперь у меня стоит здесь ровненько, номер к номеру. И самое главное, я посчитала количество. Вчера вечером, после того, как выставила, думаю, я же выставлю видео о продаже, и, наверное, заказы пойдут. Ну, в принципе, так и есть, сразу же заказы пошли. И вот я решила все-таки подвести, сделать ревизию у себя в черенках, чего хватает, чего не хватает. Вчера уже вечером начала. Начала вчера с колиусов и посмотрела, что не хватает. И вот я начеренковала еще колиусов. Получается, стоят они у меня здесь, черенкуются. Ну, еще, как говорила, что начеренковала тайдалов сегодня, ванночку зачеренковала. Ну, тайдалы я в торфе черенкую, колиусы просто в воде. Они хорошо и быстро в воде черенкуются. Ну, и, в общем, день-то опять и прошел, время опять и пробежало. Так что... пора заканчивать на сегодня. Пойду, еще же мне нужно поработать за компьютером, это смонтировать для вас несколько видео и выставить, конечно же, порадовать вас. В общем-то, вот такая вот у меня сегодня была работа, вот такие заботы, хлопоты. Опять с вами побыла. Буду заканчивать это видео. Спасибо огромное всем за добрые слова, за комментарии. Я вижу, что вам нравится такого формата видео. Я вроде бы стараюсь пока, по крайней мере, у меня время на это есть. Дальше посмотрим, ничего загадывать не буду. Всем желаю отличного настроения, мирного неба над головой. Всего вам доброго, до новых встреч и до новых видео. Пока-пока!